Это JHS Pedals Alpine Reverb. Это реверб-педаль, очень простая, у нас 5 ручек, 2 кнопки, один вход, один выход, и есть FX Loop, который мы сможем включать еще добавительные педали, которые мы сможем пропускать наш звук ревера через эти педали, и смотря какую педаль ты включишь, получится такой интересный звук, можно дилей, можно хорус, еще так далее. Я играю на Fender Stratocaster Vox AC30. Послушаем чистый звук. Включим ревер. Ревер, ручка, это подмешивает ревер сигнал к чистому звуку. На всю влево это будет чистый. И мы подмешиваем ревер. И мы выставляем, как бы, сколько мы ревера слышим. И здесь есть Shift ручка, которая как бы вторая функция этой педали. Когда мы нажимаем эту кнопку, мы переходим на эту ручку, и у нас как бы вторая настройка ревера, сколько мы слышим ревер-сигнал. Так что интересна педаль, что мы можем как бы немножко ревера поставить, и потом вторую кнопку нажимаем, и у нас ревер громче становится. У нас ручка есть highs, это как верха, как бы ярче и потемнее, можно делать звук ревера. Depth это глубина, как бы размер комнаты, как бы, которую мы слышим. Влево это маленькая комната. Вправо как бы увеличивается размер комнаты. Length это как длина ревера, как бы как длинный хвост тянется. Включим Overdrive, Clone Centaur. длина этого ревера не очень длинная, ну достаточно, хватает, как бы дает очень приятный такой обширный звук. И еще у нас есть функция FX Loop, у нас стоит Delay, Boss DM-2, и это работает только на Shift, когда мы переходим на Shift, но внутри есть переключатель, который мы сможем переставить, и этот FX Loop будет работать на обоих настройках. А пока стоит, как бы из завода настройка стоит только на Shift. Вот сейчас мы включим Boss DM2 Delay, который стоит в FX Loop, и он на Shift режиме работает. Вот без Delay. Включим Delay. Немножко фидбэк идет. Теперь поставим Boss Vibrato. Послушаем ревер без вибрато. Включим вибрато. Вот это JHS Pedals Alpine Reverb. Это очень классный ревер, у него очень простые параметры здесь, очень легко добиться приятного звука, очень гибкий. У нас есть вторая как бы настройка, и еще есть effects loop. Мы сможем включать туда разные педали. Вот я delay, вибратор попробовал. Очень интересные звуки. Еще разные другие можно педали включать. Так что, если вы хотите купить эту педаль, нажимайте на линк. Это магазин Pedal Zoo, и вы там сможете приобрести эту педаль.